Вот и подходит к завершению наша виртуальная театрализованная экскурсия «Петр I на Студеных берегах». Осталось посетить места, по которым ходил государь во время своих визитов в Архангельск. Давайте пройдемся по улицам немецкой слободы в настоящее время. Со времен Екатерины II немецкая слобода была разделена на кварталы и улицы. Данная планировка сохранилась до наших дней. Старая улица Слободы, немецкая, стала частью главного проспекта Архангельска, Троицкого. Сохранились бульвары Слободы, созданные во второй половине XIX века. Бульвар на Успенской улице, ныне улица Логинова, и бульвар вдоль набережной. На Троицком проспекте стоит особняк архангельского купца Николая Шарвина, изначально принадлежавший английскому негоцианту Чарльзу Рени. Здесь в наше время располагается молодежный театр Виктора Панова. Сохранился и дом Суркова, построенный прямо рядом с пивоваренным заводом и имеющий богато украшенные три фасада здания. И сегодня впечатляет своими размерами пивоваренный завод купца и промышленника Суркова, который занял в свое время полквартала Финляндской улицы. Сейчас это улица Попова. И если мы пройдем по немецкой слободе до улицы Кирочной, сейчас это улица Карла Маркса, то увидим еще два исторических здания. Поморской филармонии, удачно расположившейся в бывшей лютеранской церкви Святой Екатерины, и норвежского капитана Карла Спаде. На первом этаже дома Спаде располагался знаменитый ресторан «Централь», меню из которого можно отведать в современном этнографическом ресторане «Кабинет», удивляясь изобретательности шеф-поваров и шеф-пивоваров в прошлом. Соседом владельца архангельского пивоваренного завода был английский консул Вайтет, от усадьбы которого сохранилось целых два строения – жилой дом и флигель. И мы ценим фрагменты прошлого в современном облике набережной Северной Двины и можем одним взглядом окинуть всю протяженность немецкой слободы от улицы Свободы до Успенской церкви на улице Логинова. И это была вторая часть города Архангельска на плане Екатерины Великой в 1794 году. Отдельно надо рассказать об исторической копии здания коммерческого собрания, которое стояло в немецкой слободе с 1858 года. Здание было восстановлено на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского в 1987 году и является архитектурным украшением Архангельского Арбата. Всего 7 зданий конца 19-го, начала 20 века сохранилось на своих исторических местах в немецкой слободе. Увы, бурные исторические события первой половины 20 века изменили не только архаичный облик немецкой слободы в Архангельске, но и весь мир. Мы вернулись в исходную точку нашего путешествия, к памятнику Петру I. Давайте подведем итоги. Петр Великий вошел в историю как царь-реформатор, и многие его преобразования касались именно нашего края. И здесь проходили свою обкатку. Северяне сыграли значительную роль в реализации имперских замыслов государя. По указу Петра работные люди, плотники, каменщики, корабельных дел мастера участвовали в строительстве Санкт-Петербурга, Кронштадта. Людские, природные и финансовые ресурсы Архангельского севера стали залогом успешной реализации государственных реформ Петра I и способствовали превращению России в мощную мировую державу. А мы прошли по маршрутам театрализованной экскурсии «Петр I на Студеных берегах». Оставляйте свои отзывы
пишите комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Любите наш русский север. Путешествуйте по его просторам. Погружайтесь в тайны студеных берегов. Как сказал наш гениальный земляк, народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего. Стоит над морем Петр Великий на государственном посту и обрывает славы клики Петровой трости тяжкий стук. Работать! Наш удел – работа! России слава – славный труд! От государства до подфорта, от бота малого до флота – все дело разума и рук. Стоит наш Петр у края суши, что там за морем впереди, а ветер с моря в дулах пушек о грозном времени будет.